Реалити-шоу «Ястреб». Нижегородские орнитологи установили камеру в гнезде ястреба-тетеревятника. Каждый может, что называется, в прямом эфире наблюдать за жизнью птиц, которые готовятся вывести потомство. Сейчас мы можем увидеть, как самец прилетел с веточкой в клюве вместо птички добытой и отдал ее самке. Ну, как бы прилетел отметиться, что хоть с охоты вернулся пустой, но с веточкой. А вот на этом клёне мы можем видеть как раз гнездо ястреба-тетеревятника, на котором и установлена наша камера. Эта птица для города достаточно редкая. У нас в городе гнездится не более 10 пар этих хищных птиц. Для гнездования им нужны крупные лесные массивы. Вот как раз памятник природы Щелковский хутор является таким массивом. Здесь гнездится одна пара. Мы можем увидеть огромное гнездо ястребов. Вот видите, какое оно огромное. Наверное, раза в 3 больше, чем воронье. До гнезда около 15 метров. Гнездо находится на клёне, достаточно хрупкое дерево. Мы можем видеть, как самка сейчас насиживает яйца. Она насиживает 5 яиц. Для этой птицы это достаточно большое число яиц. Обычно у них 3-4. И примерно недель через 2 у них будет вылупление. Она из гнезда вылетает только размяться, и в этот момент ее подменяет самец. Причем у этих птиц ярко выражен половой диморфизм, то есть самец он меньше немного самки. И это легко как раз увидеть на камере. То есть кладка у них достаточно большая, 5 яиц, он такой маленький, он еле покрывает всю кладку. Это уникальная возможность заглянуть, можно сказать, подглядеть, да, как растут птицы, как появляются птенцы, как происходит взаимоотношение птиц на гнезде. Кстати, в отличие от телевизионных реалити-шоу, никаких особых страстей в паре ястребов не ожидается. Ястребы моногамны, и пары создают один раз и на всю жизнь.